как моя попытка сварить рыбный суп. Вот из такой консервы сайры. Зеленушек приготовим немножко. Лук, морковка обжариваются до золотистого состояния. Постоянно помешивать, что я и делаю. Ну а водичка закипает, кастрюлька. Там уже плавает рисок и картошечка. Сейчас пену сниму. Так, чтобы было понятно, вот такие вот консервы Доброфлот. Вот что внутри. С двух я масло слил. С одной не слил. Так, рис с картошечкой уже до полуготовности сварились. Высыпаем лучок с морковкой. Так, одной рукой не покажу до конца. Так, все варится. Огонь, наверное, сильный очень, но сейчас убавлю. Так, берем пробу на соль. Как на самом деле повара пробуют, не знаю. Вот я сейчас остужу ложечку и спробую. Умные опытные хозяйки советуют размять рыбку вилочкой. Ну, я не знаю, не буду. Пускай вот как лежит она. Так и высыплю. Сейчас опробуем. Взяли опять пробу на соль, на готовность. Соли мало, добавляем еще. Все, и кладем рыбку, потому что картошечка уже почти готова. Оп, добавили рыбку. И теперь смотрим на часы. 5 минут, и суп должен быть готов. Последним засыпаем укропчик с петрушечкой. Заранее приготовленный, вот он лежит. Ну и самый главный мужской секрет. Видите, чуть-чуть подгорел у меня лук. Вот берем аккуратненько вилкой, чтобы домашние потом не шумели. И вот это подгоревшее вылавливаем. И будет просто шикарный суп. Ну, смотрите. Золотистый, красивый. Что еще надо? Сейчас прокипит 5 минут. Добавим зеленушку и вперед. Ребята, самое главное забыл. Лаврушечки и перчика чуть-чуть. Тоже перед готовочкой сейчас. Бросим. Хотя лаврушка в консервах есть, ее особо, и перец тоже можно не добавлять. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.